Здравствуйте, меня зовут Ольга Глазунова, я дизайнер и руководитель дизайн-студии по проектированию интерьеров. Сегодня я бы хотела рассказать о нашей работе и проектировании офиса группы компании «Технопрогресс». Это пространство, которое мы проектировали, наша студия, в течение нескольких лет, очень интересно по своей тематике. Для концепции интерьера мы выбрали тематику авангардного искусства с использованием творчества авангардных художников начала 20 века. Это Малевич, Кандинский, Филонов и Шагал. Деятельность данной компании «Технопрогресс» направлена на обучающие процессы и технический прогресс во всех отраслях промышленности, строительства и проектирования. Они занимаются обучением и повышением квалификации людей, работающих на производстве и в промышленном секторе, то есть рабочих, электриков, монтажников, изыскателей и инженеров. Эта компания позиционирует себя как высокотехнологичная, развивающая, инноваторская. Все эти обстоятельства навевают использовать в оформлении именно творчество русских авангардистов. В привязке к творчеству художников нам было проще структурировать и разделить огромную территорию, придать каждому пространству некий дизайнерский код, для того чтобы людям, находящимся в офисном, креативном и обучающем центре, было легче ориентироваться и запоминать графические моменты или цветовые решения и привыкать к тому месту, которое нам посчастливилось проектировать. Этот проект удалось реализовать и творчески выразить все идеи и привести его в жизнь.